Праздничный концерт и слова благодарности от руководства республики. Ко дню работника прокуратуры России надзорное ведомство Крыма подошло с высокими показателями. Побед было много, в том числе и в сфере защиты экономических интересов жителей полуострова. К примеру, после вмешательства органов прокуратуры вкладчикам крымских отделений украинских банков было выплачено около 30 миллиардов рублей. Один день в году имеют право отдохнуть и стражи закона, тем более в свой профессиональный праздник. Прокуратуре России исполнилось 293 года. Именно 12 января 1722 года указом императора Петра I при правительствующем Сенате впервые был утвержден пост генерала-прокурора и возник институт российской прокуратуры. Крымские сотрудники надзорного ведомства впервые отмечают этот праздник, но за истекший год уже успели доказать, что достойны высокого звания офицера. Успешно выполнили возложенные на них обязанности во время переходного периода, тем самым оправдав доверие президента и правительства страны. Доверие крымчанам сегодня представлять прокуратуру республики, это действительно дорогого стоит, показывало, что и российские власти никогда не колебались в той части, понимая, что наши крымчане, которые сегодня работают в прокуратуре, достойны этих назначений, смогут выполнять все функции и задачи, которые ставит президент и которые ставит генеральный прокурор. Символом крымской прокуратуры стала Наталья Поклонская, женщина, которая не побоялась возглавить ведомство в самый трудный момент для республики. Ее смелость и мужество отметил и глава Крыма Сергей Аксенов, вручив прокурору памятные часы. Крымчане еще оценят всю ту роль, которую каждый вложил в этот процесс, в этот референдум. И я думаю, крымская прокуратура внесла также свой вклад. И я абсолютно убежден, что и прокурор Поклонская, она займет достойное место в крымской истории. К организации праздничной программы сотрудники прокуратуры подошли ответственно и с особым энтузиазмом. Вместе с детьми крымские правоохранители исполняли песни о своем нелегком долге. Прокуратура является одним из основных ведомств страны. Только слаженная работа ее сотрудников дает возможность государству развиваться и жить в порядке и по закону. Прокуратура является уникальным институтом в системе управления государством. Мы чтим и уважаем Министерство внутренних дел, Министерство просвещения, здравоохранения, Министерство промышленности. Но ни одно из них успешно работать не будет, если будет пробуксовывать работа прокуратуры. Всех почему-то ассоциируется, что прокуратура – это обвинение и наказание. Но на самом деле это не так. Прокуратура – это защита. Защита закона, защита государства и защита людей. Работа ведомства во многом зависит от ее руководителя. Крымские прокуроры во главе с Натальей Поклонской первыми организовали стабильную работу и стали трудиться согласно российскому законодательству, тем самым обеспечив мир и спокойствие в республике. Совместными усилиями с правоохранительными органами и органами исполнительной власти республики мы смогли обеспечить соблюдение верховенства права на территории республики в самый ответственный для нее момент, момент становления, момент исторической справедливости, момент возвращения домой, на родину, в родную гавань, в Россию. Живота не жалея, свою грудь отставляя, за Россию свою. Артем Артеменко, Анатолий Скорик, «Время новостей».